Здравствуйте! Сегодня 28-й день месяца Элюль. У каждого из нас в жизни есть любовь. У кого-то это муж, у кого-то жена, любимый человек, любимая женщина, партнер. Я думаю, что каждый из нас не раз обидел этого человека. Иногда словом, иногда действием, каким-то взглядом или просто тем, что мы не обратили на них внимания, когда им очень это хотелось. Подойдите сегодня к вашему любимому человеку. Обнимите его. Скажите, что вы его любите. И дайте знать, что он по-настоящему важный для вас человек. Пусть у вас будет великолепный день.